This conference will now be recorded. Всем добрый вечер, кто подключился. Добрый вечер, коллеги, кто подключается? Через 5 минут начнем.
Коллеги, всем добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если вам меня слышно хорошо, и вы видите, что на экране происходит. На экране у нас сейчас презентация. Угу. Спасибо большое. А у вас в личном кабинете к сегодняшнему занятию, к сегодняшнему семинару есть данная презентация в формате PDF. Также там расположен файлик в формате Excel, который мы будем сегодня заполнять в части практики, то есть в качестве практического занятия. После занятия этот файл будет заполнен и тоже будет лежать в личном кабинете, то есть получается, что в личном кабинете будет лежать два файла в итоге, один пустой, второй заполненный, абсолютно одинаковые. Если у вас какие-то будут вопросы по ходу семинара, вы их задаете, пишите в чат или можно включать микрофон, говорить голосом, как вам удобно. И также я очень буду вам признательна, если вы будете отвечать на мои вопросы, активничать, какие-то комментарии писать, да, то есть работать. Давайте начнем. У нас всего 45 минут. Буквально пару слов о себе, о нашем учебном центре, и мы перейдем непосредственно к теме семинара. А уже после того, как мы тему рассмотрим, я вам чуть-чуть расскажу про курс «Основы экономики» для руководителей, менеджеров и специалистов, потому что тема сегодняшнего семинара в рамках данного курса. Зовут меня Цыба Елена Владимировна, я преподаю помимо курса «Основы экономики», также еще курс «Основы управленческого учета и бюджетирования», курс «Анализ финансового состояния предприятия», «Организация бюджетного контроля» в Excel, еще один курс, и также готовлю слушателей к сдаче внешнего квалификационного экзамена СИМА по модулям P1, P2. Если у вас какие-то вопросы будут по другим курсам, вы тоже можете мне их, соответственно, задавать. А опыт моей деятельности, в общем-то, профессиональный более 12 лет, также имею хороший опыт и преподавательской деятельности. Статусы международные представлены на данном слайде, вы можете потом ознакомиться более подробно и с статусами моими, и также с опытом практической деятельности. Какие-то вопросы тоже, если они возникнут, задать мне. А наш учебный центр на рынке более 29 лет. Очень большое количество выпускников уже за плечами, большая база курсов, по большей части авторских, очень хорошая техническая база, то есть у нас 60 учебных классов, учебных центров, ни один, ни два, ни три, около пяти, вот. И преподавателей, практиков, экспертов тоже немалое количество. А в нашей деятельности мы сочетаем бауманскую, академическую, можно сказать, методику преподавания с современными технологиями проведения корпоративных тренингов. А почему? Мы практикоориентированы, то есть у нас не только лекционный материал, мы также стараемся слушателям дать какие-то практические навыки, чтобы на выходе у вас были некоторые материалы, по которым вы могли уже развиваться дальше. Вот в части экономики и финансов, в части там управленческого учета, финансового анализа, это, конечно, бюджетные модели, финансовые модели. В учебном центре специалист очень большое значение отводится системе контроля качества. В процессе прохождения курса мы вас тестируем, то есть у нас есть внутреннее тестирование, вы решаете тесты. Кроме того, мы на занятиях с вами решаем кейсы, даются домашние задания, проверяется уровень ваш в процессе освоения материала. Ну и также контроль знаниями имеет место быть в процессе прохождения курсов. Что касается расписаний групп, то они составляются наперед. Задолго какие-то срывы и переносы занятий бывают у нас очень крайне редко, практически можно сказать, их не бывает. Также
широкий выбор режима обучения. Можно заниматься утром, можно заниматься по формату утро-день, это с 10 до 5 вечера, с 10 утра до 5 вечера. Можно заниматься только по вечерам, можно заниматься по выходным. И также еще хочется добавить, что у нас современные комфортные классы с проекторами, с ноутбуками, с кофемашинами в коридорах и так далее. Тематический план сегодняшнего семинара, так как мы встретились в рамках курса «Основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов», тему я сегодня для вас выбрала «Основные показатели оценки деятельности компании». Считаю, что эта тема очень важная. И что мы в рамках этой темы смотрим? Показатель рентабельности продаж. Достаточно простой показатель, но посчитать его можно по разным показателям прибыли. Интерпретировать, переводить на общий, на доступный язык, соответственно, тоже есть возможность по-разному. В зависимости от того, вот в базу, в расчетную, какой показатель прибыли мы с вами включаем. Второй показатель – оборачиваемости активов. То есть всего имущества, которым обладает компания, насколько быстро это имущество оборачивается в обороте у компании. Или, может быть, есть некий застой, когда активов много, на большую сумму, мы видим в балансе активы достаточно такие весомые, но, в общем-то, отдача от этих активов мало, как оказывается. Поэтому вот показатель оборачиваемости активов нам поможет рассудить данную ситуацию. Третий показатель – доходность или рентабельность активов. Активы есть, но вопрос, а сколько прибыли они приносят компании. И четвертое, что мы посмотрим – золотое правило экономики, в основе которого лежит соотношение темпов роста основных показателей деятельности. И мы сейчас с вами… Так, одну минутку. Для разминки попробуем решить небольшую задачку. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Мы говорим про показатель рентабельности продаж. Пока еще не смотрели, как его посчитать, какая формула расчета, да, как он интерпретируется. Но я думаю, каждый из вас наверняка с ним либо сталкивался когда-либо, либо хотя бы слышал. Посмотрите на слайд. Здесь стоит вопрос, какой, на ваш взгляд, бизнес рентабельнее? Как вы думаете? Просто по наитию. Купля-продажа канцтоваров, либо купля-продажа объектов недвижимости. Напишите, пожалуйста, в чат, вот как вам кажется. Может быть, по опыту. Так, спасибо большое, кто пишет. Еще подожду. Ну, все прям единогласны, да? А на основании чего вы, коллеги, делаете такие выводы? Вот Диана считает, что недвижимость. Наверное, потому что там масштабы поболее, да, и суммы, как кажется, суммы вложений и суммы отдачи больше. Меньше вложений в канцтовары. Может быть, тоже достаточно небольшие вложения, инвестиции, скорость оборачиваемости. Так, ну что ж, принимаются все ваши ответы. Давайте теперь посмотрим. А вот судить поверхностно на самом-то деле ни в коем случае нельзя. Ситуации разные, специфика деятельности может быть разная. Те же объекты недвижимости могут быть разные, согласитесь, да, и разный класс может быть. И разные регионы могут быть, и разные условия деятельности вот этих агентов, которые занимаются этим бизнесом. То же самое касается и торгового бизнеса по канцтоварам. Значит, если мы смотрим куплю-продажу канцтоваров, ну вот, например, у нас здесь цена закупки 1 единица. 1 единица – это… Ну, представьте, что там ручка, карандаш, все что угодно, блокнот, в среднем 80 рублей, цена продажи 100 рублей. А посчитайте, пожалуйста, рентабельность.
По данному бизнесу, покупля-продажа канцтоваров, если цена закупки у нас 80 рублей, мы карандаш покупаем за 80, а продаем мы его за 100 рублей. Так, верно. И давайте посмотрим, а что у нас с объектами недвижимости. Цена покупки одного квадратного метра, то есть за единицу, 100 тысяч рублей. Цена продажи одного квадратного метра 120 тысяч рублей. А здесь у нас что получается? Так, Евгений, у вас 20% и по канцтоварам, и по объектам недвижимости, и там, и там. И у Екатерины тоже 20%. Давайте тогда разбираться, как вы считаете рентабельность. Чтобы посчитать. Вот, Елена, да, почти 17. 16,66. Чтобы посчитать рентабельность, мы должны с вами определить сначала финансовый результат. А финансовый результат – это разница между доходами и расходами. Да? Вот по канцтоварам 20 рублей. По недвижимости тоже 20 рублей финансовый результат. А далее финансовый результат мы с вами соотносим к чему? К выручке от продаж. Так как у нас здесь на единицу представлены данные, выручки нету, зато есть цена реализации. Соответственно, мы прибыль за единицу соотносим к цене и получим рентабельность. По первому варианту у нас получается рентабельность 20%, по второму варианту у нас рентабельность получается поменьше, 17%. А что эти проценты означают? Как мы их переводим на обычный язык? Не финансовый. Что такое 20% рентабельность в торговом бизнесе, связанном с куплей-продажей канцтоваров? Кто знает? Относительный показатель, чего к чему? 20 копеек прибыли с каждого вложенного рубля. Так, а еще какие-то варианты есть? Доля прибыли в выручке. Вот скорее, да, 20 копеек прибыли содержит, чуть-чуть некорректно вот с каждого вложенного рубля, как бы, да, рубль нам приносит тогда получается, а здесь нет. В каждом рубле выручки, а выручка это вот цена, цена умножить на количество, 20 копеек это прибыль. Вот тот, кто сказал наценка, отчасти прав, Наталья, права, отчасти. Если мы не рассматриваем больше никакие расходы, кроме как вот цена закупки, то да, может быть это наценка, но еще зависит от метода ценообразования, у всех компаний разные методы. А теперь давайте попробуем все это посмотреть в объемах. Если, допустим, канцтоваров мы продаем в месяц 1000 единиц, а объектов недвижимости в квадратных метрах, конечно, мы 1000 квадратных метров навряд ли продадим. Ну, вот здесь на примере у нас 100 квадратных метров в месяц, допустим. Допустим, вот один агент на рынке работает, риэлтор, и он продает 100 квадратных метров в месяц. Тогда изменится ли рентабельность? Посчитайте, пожалуйста. Вот если мы добавили информацию по объему продаж. Будут ли изменения? Двадцать прибыль умножаем на 1000, также и цену продажи умножим на 1000 и так далее, да? Но можно этого не делать. Изменений не будет. Не будет, абсолютно верно. Никакой разницы нет. Считаем мы рентабельность на единицу или считаем мы рентабельность на объем. Самое важное, чтобы у нас в расчете финансовых показателей участвовали доходы и расходы.
мы и доходную, и расходную часть с вами умножаем на одинаковое количество единиц проданных, поэтому никакой разницы не будет. Итого, рентабельность продаж – это показатель финансовой результативности, эффективности. Еще есть такой синоним прибыльности, и так говорят, деятельности компании. Показывает, сколько копеек прибыли приносит 1 рубль выручки. Так как рентабельность продаж – показатель процентный, то есть относительный, то, не зная абсолютную величину выручки или прибыли, соответственно, сложно судить о выгодности той или иной деятельности. Согласитесь, мы можем просто сравнивать компании или сравнивать бизнес-направления, сравнивать какие-то виды деятельности по рентабельности. Но для того, чтобы судить о том, насколько бизнес будет генерировать прибыли и денежных потоков, только лишь по одному показателю рентабельности сложно. Результаты деятельности компании лучше оценивать в совокупности как по абсолютному показателю выручки, прибыли, так и по относительному показателю рентабельности продаж. То есть лучше нам видеть, сколько компания зарабатывает за период прибыли, какая при этом рентабельность, что происходит в динамике с показателем рентабельности, не снизилась ли она за этот период по сравнению к прошлому. Мы это с вами на практике сегодня сделаем, посчитаем. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно по рентабельности? Напишите в чат или плюсики поставьте. Если да, идем дальше, переходим к оборачиваемости активов. Угу. Формулы вы можете себе пока фиксировать, потому что когда мы будем считать, они вот нам пригодятся. Что такое оборачиваемость активов? Это тоже финансовый показатель, но не оценки эффективности нашей деятельности, как мы там осуществляем продажу, производство, а показатель, характеризующий интенсивность использования всей совокупности имущества, имеющихся средств, имеющихся активов. В части активов у нас могут быть нематериальные активы, наши торговые марки, бренды. Также могут быть основные средства, здания, сооружения, станки, запасы на складах, оборотные активы, так их называют. Также в части оборотного актива еще и дебиторская задолженность может быть, когда нам что-то должны, вроде бы как мы заработали средства, можем уже принимать в расчет, но пока еще деньги не получили. Средства в расчетах, дебиторская задолженность. Денежные средства на счетах, это тоже будут у нас оборотные активы. Оборачиваемость активов рассчитывается как коэффициент и в количестве дней. Вот если мы хотим посчитать коэффициентом, то мы берем выручку, а выручка – это цена умножить на объем продаж, не забываем, и соотносим ее суммой наших активов по балансу. И мы получаем некий коэффициент, во сколько раз выручка за период превысила активы среднебалансовые за этот период. Или, допустим, если мы будем брать не среднебалансовые, а на конец года можем взять, на начало года, ну, в зависимости от того, какой смысл в расчет показателя мы вкладываем. И мы понимаем, во сколько раз выручка больше активов, а может быть ситуация обратная. Выручка меньше, чем активы. Это коэффициент, называется он также еще и количество оборотов. То есть за период, сколько раз нам активы обернулись в выручку, принесли выручку, какое количество раз. А теперь мы хотим понять, а сколько длится по времени такой оборот в днях? Мы возьмем, допустим, если анализируем показатели годовые, возьмем 365 дней, поделим на коэффициент, который рассчитали выше, и мы получим период оборачиваемости активов в днях. Ну, например, 90 дней, и мы будем понимать с вами, что наши активы от начала до конца полный цикл, полный оборот проходят за 90 дней. А что такое от начала до конца? Начало, допустим, мы
закупаем сырье, далее мы это сырье превращаем в готовый продукт, затем у нас готовый продукт реализуется, и мы получаем денежные средства. Но сначала у нас дебиторская задолженность может возникать, а потом мы получаем денежные средства от покупателя. Соответственно, вот это все происходит за какое-то количество дней. Но при всем при этом не забываем, что у нас есть станки, оборудование, земля, здания, сооружения, да, которые вообще не в обороте. Они замедляют оборачиваемость тех активов, которые в обороте. Вот, и мы с вами понимаем, за сколько всего дней наши активы проходят полный цикл. Можем посчитать отдельно оборачиваемость оборотных активов, оборачиваемость внеоборотных активов. Это уж как вот нам будет необходимо, в каких ситуациях. И вот чтобы этот расчет нам был более с вами понятен, давайте посмотрим эффект от ускорения. Мы уже с вами поняли, что нужно стараться активы более интенсивно использовать, то есть оборачивать их как можно быстрее. Они у нас в обороте должны участвовать, при том количество оборотов должно быть за период больше, а период оборота должен быть меньше. И вот как это наглядно можно представить? Вот представьте две ситуации. На слайде у нас наверху написано месяц, это первая ситуация, и внизу, ниже, тоже написано месяц, это вторая ситуация. Так вот, по первой ситуации. Если мы покупаем товар, у нас есть товар. Дальше мы этот товар с вами продаем и получаем денежные средства. Через какой-то период времени, естественно, это происходит, о чем нам и говорит стрелка первая. Потом денежные средства у нас какой-то период, допустим, лежат на счете, и мы покупаем большее количество на них товара. У нас товара уже становится больше, активы наши прирастают. И все это у нас происходит за месяц. Здесь можно сказать, что вот каждая стрелка, она характеризует как раз-таки вот скорость перехода актива из одного состояния в другое. На нижней схеме практически все то же самое, только происходит гораздо быстрее, как вы заметили. Стрелки короче. Товар в два раза быстрее превращается в деньги, нежели на верхней схеме. Деньги в два раза быстрее превращаются в товар, чем на верхней схеме. И вот большее количество товара тоже с какой-то скоростью, с какой-то интенсивностью превращается в деньги, но денег уже, как мы видим, тоже в два раза больше, чем в первом случае, чем в первой итерации. Значит, у нас здесь все происходит быстрее, соответственно, активы оборачиваются эффективнее, интенсивнее. А как результат вот этой быстрой оборачиваемости? Скажите, пожалуйста, что мы на выходе имеем? Результат более быстрой оборачиваемости активов какой? Попробуйте, пожалуйста, сформулировать просто своими словами. Напишите в чат. Это некая финансовая закономерность. Да, да, верно, можно сказать и выручка, прибыль, если у нас затраты при этом не вырастут. Но по схеме мы с вами видим большую генерацию денежных средств, согласны? Вот на данной схеме у нас деньги. Все в итоге, в конечном, уже найдет отражение в денежных потоках. Конечно, сначала выручка, потом прибыль и денежные потоки с учетом там погашения дебиторской задолженности, кредиторской задолженности у нас за период по второй схеме в любом случае будут больше, чем по первой схеме. То есть генерация денежных средств происходит более быстрыми темпами, когда активы у нас обращаются более интенсивно. Что касается прибыли и выручки, то да, несомненно, вы тоже правы. По схеме просто у нас деньги. Так, про оборачиваемость активов. Скажите, пожалуйста, все понятно? Нет вопросов, жду от вас плюсы. Угу. Следующий показатель, третий, важный. Доходность, в скобках, рентабельность активов.
Значит, вот чтобы вас не путать, когда говорят рентабельность продаж, как в нашем с вами, в общем-то, примере про недвижимость и канцтовары, рентабельность продаж всегда считают как прибыль, деленную к выручке, на выручку. Когда говорят доходность, то здесь расчет происходит чуть-чуть по-другому. Вот если мы сейчас видим в названии слайда доходность активов, то мы возьмем чистую прибыль и поделим не на выручку. Мы поделим на то, вот доходность чего мы хотим посчитать, определить. Мы поделим на активы. Возьмем прибыль, поделим на активы. Синонимом доходности активов также и рентабельность. Но эта рентабельность у нас не продаж. Эта рентабельность относится к группе доходности. Финансовый показатель эффективности использования всей совокупности имеющихся активов. Мы можем посчитать отдельно рентабельность оборотных активов, необоротных. В данном случае говорим про активы все. Активы мы видим на балансе. Также можем сказать, что сумма активов – это не что иное, как вся валюта баланса, то есть итог баланса. Международное название этого показателя – Return on Assets, ROA – прибыль, деленная на активы. И вот здесь интерпретация показателя пойдет следующим образом. Сколько рублей или копеек, как угодно, прибыли нам приносит 1 рубль, вложенный в активы. То есть какую доходность с вложений мы получаем? Мы обязательно тоже с вами посчитаем сегодня рентабельность активов и даже поговорим о том, что она зависит от рентабельности продаж и от оборачиваемости активов. Хотя на слайдах этого нет. И четвертое, что нам в теории нужно узнать, это золотое правило экономики. О чем оно нам говорит? Что рост чистой прибыли, а рост это значит, что-то происходит в динамике, да? В этом периоде по сравнению с прошлым периодом происходит какой-то рост чистой прибыли, а может быть сокращение. Но сокращение это не благоприятно, а на данном слайде у нас вот такая вот ситуация благоприятная, рост чистой прибыли должен быть больше или должен превышать рост выручки. В свою очередь, рост выручки должен превышать рост наших активов. Если не будет соблюдаться данное неравенство, что тогда произойдет? Давайте поразмышляем. Вот если чистая прибыль у нас будет расти, но, тем не менее, выручка при всем при этом растет большими темпами. Например, выручка растет на 120%, а чистая прибыль растет на 110%. Не так, как здесь показано, да, наоборот. Что это означает? Что товарные обороты, торговые обороты у нас увеличиваются, но финансовый результат при всем при этом так не увеличивается, да? Это значит, что затратная часть увеличивается больше, чем выручка. Абсолютно верно. А уж что там может быть? И налоги могут быть, и какие-либо, возможно, даже переменные затраты в их удельной составляющей. Может быть, постоянные затраты увеличились. Для этого нужно анализировать отчет о финансовом результате, то есть смотреть его более детально. Дальше смотрим. Если у нас выручка растет, например, пусть выручка, как я сказала, на 110% приросла, но активы растут выше выручки, больше, быстрее, прирастают на 140%. Тогда что происходит? Почему? Какой здесь негатив? Почему здесь что-то отрицательное может наблюдаться? Выручка растет, но активы растут еще быстрее за период. Значит, активы используются неэффективно. Одна надежда, что они неэффективно используются пока, какой-то период времени. Может быть, это связано с инвестициями, согласитесь, да?
Но если это наблюдается на протяжении там нескольких отчетных периодов, то есть это уже некая закономерность, то в этом нет ничего хорошего. Еще также говорят, что активы заморожены. Может быть рост запасов, да. Простой производственный тоже может быть. Незавершенное производство, при этом увеличиваются затраты на производство, а выхода никакого продукции нету. А какие-то неликвидные запасы на складах, может быть, дебиторская задолженность накопилась, тоже нужно анализировать. Вот если мы так навскидку посмотрели с вами финансовую отчетность компании, увидели, что золотое правило микроэкономики не соблюдается, следующий наш этап работы, второй наш шаг, это проанализировать уже все более детально, разобраться в причинах, почему же так происходит. Если же золотое правило микроэкономики соблюдается, то как на схеме. Компания, обладая неким имущественным потенциалом, то есть какая-то производственная площадка, основные производственные фонды дают компании рост продаж. То есть компания эффективно, более большими, быстрыми темпами продает свою продукцию. Ну и, соответственно, если при всем при этом затраты не растут быстрее цен, да, то есть как-то ценовая политика реагирует на рост затрат и так далее, постоянные затраты сдерживаются, то прибыль будет расти еще большими темпами. А прибыль, как известно, является основным источником капитала предприятия. Потому что та прибыль, которая не ушла на выплату дивидендов, на распределение между собственниками, формирует нераспределенную прибыль предприятия. То есть можно сказать, что она реинвестируется или обратно запускается в бизнес и работает далее на бизнес. Поэтому является основным источником капитала предприятия. И таким образом происходит некое воспроизводство. Если мы далее капитал будем направлять на инвест-развитие, то имущественный потенциал мы будем наращивать. Мы будем делать прорыв, развиваться, расширяться, открывать новые какие-то региональные точки сбыта, филиалы, представительства и так далее. И тогда наша деятельность будет, ну, в общем-то, успешной. Так. Если у вас вопросы есть, пожалуйста, пишите в чат по теории. Если все понятно, опять-таки ставим плюсы, и мы переходим с вами к практике. Еще раз скажу, где взять файл Excel-овский. В личном кабинете страничка под данную группу, под сегодняшний семинар с сегодняшней датой. И там вот в библиотеке материалов вы найдете Excel-овский файл к семинару. Одну минутку, я вам его скажу, полное название, если нашли, чтобы вы могли свериться. Называется «Основные показатели оценки деятельности», и в конце стоят большие буквы «Пустой». По итогам занятия он уже будет заполненный. Я сделаю чуть-чуть покрупнее, чтобы вам было видно. Наша с вами задача – оценить перспективы деятельности торгового предприятия по представленным данным. Если вы со мной в параллель будете считать, открыли этот файл, пожалуйста, пока не открывайте сгруппированные строчки и столбцы. Давайте мы посмотрим, ну, вот на эту совокупность данных, так как она нам дана, как представлена. Значит, у нас 2020 год. И до этого еще два года для сравнения даются, 18 и 19. А основные показатели – выручка от реализации, себестоимость продаж, разница между ними – это валовая прибыль, коммерческие расходы, там же и расходы административные, это торговое предприятие, они отдельно не выделяют управленческие и коммерческие. Прибыль от продаж, также этот показатель часто называют операционной прибылью, наверняка знакомое понятие. Прибыль от продаж или операционная прибыль. Налог на прибыль, прочих доходов и расходов здесь никаких нет. Процентов за кредит ничего нет. Чистая прибыль после налога. И также дополнительно дается средняя величина активов по балансу. Что значит средняя? Это значит взяли данные по балансовые на начало года, сложили с данными на конец года и поделили на 2, то есть вывели среднюю арифметическую. По
Посмотрите, пожалуйста, себестоимость продаж для производственной компании, например. Ой, Диана, вы такой вопрос задали, сложный на самом деле. Для производственной компании это очень сложный показатель. А в себестоимость продаж включаются расходы на объем проданной продукции, но очень важный момент, не все, далеко не все, например, коммерческие, управленческие не будут включаться. Почему? Потому что в себестоимость продаж включаются расходы, которые принято называть следующим образом, запасоемкие. Они влияют, затраты сами по себе, данные, да, которые участвуют в расчете себестоимости, влияют на оценку запасов готовой продукции на складе. А если даже по торговой компании, например, взять этот показатель и попробовать понять, что в нем, вот для торговли в себестоимости продаж у нас будет стоимость товара, правильно? Стоимость товаров. Товаров каких? Реализованных. Согласитесь? Если мы в течение месяца закупаем с вами товар по одной цене, мы закупаем не только для продажи, закупаем еще для того, чтобы хранить этот товар на складе, чтобы у нас был буферный какой-то страховой запас, да, то в течение месяца продаем мы совсем другое количество товара. Вот, и в себестоимость продаж у нас попадет товар проданный, реализованный, списанный. Вопрос, по какой цене? Ну, вот здесь могут быть разные методы применяться. Метод FIFO, метод средневзвешенный. Мы будем рассчитывать некую среднюю цену, по которой мы спишем товар на реализацию. Среднюю между чем? Между той ценой, по которой товар был на складе, и между той ценой, да, по которой он приходил за период. Вот, поэтому показатель себестоимости продаж, он такой вот сложный, комплексный, связан с товародвижением. Все, что ниже валовой прибыли, коммерческие, управленческие, это те расходы, которые в полном размере ложатся на уменьшение финансового результата. Если они возникли, вот как здесь, за 2018 год в размере 1000 рублей, они так и будут списаны на уменьшение финансового результата в размере этой 1000 рублей. На оценку товара на складе или готовой продукции на складе коммерческие расходы никак не влияют, не повлияют свою стоимость, туда никак не перенесут. Посмотрите, пожалуйста, на совокупность данных и попробуйте охарактеризовать деятельность компании по представленным данным. Вот что происходит в динамике за последние годы? У нас есть 18-й год, потом наступил 19-й, мы видим что-то по показателям, здесь какая-то динамика присутствует, и потом 20-й год. Скажите, пожалуйста, вот за 2 года деятельность компании стала лучше или хуже? Так, Катерина, здорово, уже рентабельность посчитали. Хуже. То есть вот чисто по цифрам судить нельзя, согласны? Мы ни в коем случае с вами не должны смотреть на абсолютный только лишь показатель чистой прибыли или рост активов. На первый взгляд, да, в 2019 году чистая прибыль выше, в 2020 году еще чуть-чуть повыше, активы прирастают. Не нашли файл? А, файл в личном кабинете есть, коллеги, если кто-то нашел файл в личном кабинете, пожалуйста, буду признательна, если ссылочку вставите. Чат. Вот, Татьяна, спасибо большое. Если у вас активирован ваш личный кабинет, активен, то обязательно вы там увидите файлы. Вот, давайте теперь анализировать более полно, да. Раскрою столбцы справа, и мы с вами посчитаем темп прироста, чтобы нам как раз-таки вот золотое правило экономики-то и выявить. Темп прироста 19 к 18 году, значит, я беру 19 год, 26 тысяч, делю на 18 год, это у меня будет темп роста сейчас, а темп прироста, значит, минус 100%, чтобы нам понять, насколько прирост конкретно. Так вот, выручка
в 2019 прирастает на 30%. А что происходит в 2020 по сравнению с базисным 2019? На 27%. То есть вот даже здесь мы уже с вами видим, что прирост выручки в третий год замедлился, да? Замедление роста показателя в третий год. Смотрим дальше. Ну вот, чтобы так каждый показатель не обсчитывать, конечно же, давайте скопируем и вставим формулы под весь диапазон. Себестоимость продаж. И что мы здесь видим с вами по темпам прироста себестоимости? Напишите, пожалуйста, в чат. Так, Наталья, да, вы там сразу прибыль начинаете сравнивать с выручкой. Давайте по порядочку, давайте посмотрим, что с себестоимостью происходит. Очень важный показатель, и ни в коем случае прирастать не должен больше, чем выручка. Да? Вот если мы поймем, что больше прирастает, чем выручка, как у нас здесь, то мы сразу понимаем, что что-то не то происходит в части удельных затрат, удельных на единицу, потому что объем и в себестоимости, и в выручке одинаковый. Теперь нужно разобраться, какие удельные затраты у нас в себестоимости. Но так как торговля, здесь только стоимость товара. Значит, закупочная цена на товар выросла, а цена реализации не так выросла, не такими темпами. Во второй и третий год себестоимость растет быстрее выручки. Может быть, да, может быть, закупка на внешнем рынке, а реализация на внутреннем, согласна, Татьяна, может быть и так. Значит, мы уже понимаем, что вот она, первопричина кроется где-то здесь. Вот что-то не то с себестоимостью продаж. Значит, будем анализировать, копать дальше здесь. А, значит, если у нас наблюдается такая картина, что темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, то как подтверждение этому рентабельность продаж по валовой прибыли, и мы сейчас ее посчитаем и увидим. Ниже валовой прибыли мы должны вывести рентабельность продаж по валовой прибыли. И вы уже догадались, что рентабельность продаж по валовой прибыли у нас в динамике будет показывать, да, ситуацию не очень хорошую. Валовую прибыль мы делим на выручку. 20% у нас была в 2018 году рентабельность, а вот в 2019 и в 2020 идет снижение показателя. Это как подтверждение тому, о чем мы уже с вами написали. Так, здесь не нужно. Или нет, здесь-то пусть будет, а вот здесь вот не нужно, некорректно эти минусы. Затраты растут быстрее, чем выручка. Вот о чем нам говорит снижение показателя рентабельности продаж. Эффективность нашей деятельности снижается. Притом это все до того, как мы рассматриваем какие-то постоянные коммерческие расходы. Теперь давайте смотреть на коммерческие расходы. Что здесь мы можем с вами сказать? Посмотрите, пожалуйста. 18 год 1000, 19 1500, 20 год 2400. Растут каждый год, ну и выручка вроде бы растет. Вот что с чем сравниваем, чтобы нам судить про коммерческие расходы? Посмотрите, пожалуйста, подумайте, напишите. Растут быстрее выручки,
темпы их роста, да, такие значительные прям. Выручка у нас прирастает там на 30 максимум, но коммерческие расходы зато прирастают на 50%. Смотрим дальше. Прибыль от продаж. Рентабельность продаж по прибыли от продаж. То есть мы вот сейчас по этому показателю с вами рассчитаем. Темп прироста у нас 3% всего. До этого был 17% по показателю. Берем прибыль от продаж и делим на выручку. Было 15%, 19-й год 13% и последний год 11%. И здесь мы можем с вами какой вывод сделать? Снижение рентабельности продаж по операционной прибыли. Не по валовой, а здесь уже у нас по операционной прибыли. По причине высокого. Мы уже знаем, что он высокий, относительно высокий, высокого прироста себестоимости и также коммерческих расходов. Так. Идем дальше. Налог на прибыль. Чистая прибыль. И вот здесь мы должны посчитать рентабельность продаж по чистой прибыли. Как конечные финансовые результаты и эффективность деятельности по конечному финансовому результату. Чистую прибыль делим на выручку. Тоже можно это все красным выделить. И темп прироста чистой прибыли, как вы изначально делали, да, сравниваете с выручкой от реализации. И мы можем рассуждать, что в 2020 году, если бы снижения эффективности деятельности не было, если бы деятельность оставалась настолько же эффективна, как и в 2018, да, в 2020 году прибыль могла бы быть в размере 12%. Почему я беру 12%? Потому что это базисная рентабельность продаж по чистой прибыли за 2018 год. Вот если бы эффективность деятельности не снизилась у компании, то в 2020 году прибыль могла бы составить 12% от чего? Помогайте. Если бы не снижение эффективности деятельности, в 2020 году прибыль могла бы быть в размере 12% от выручки. Абсолютно верно. Вот оно, золотое правило экономики. Так, сейчас одну минутку, чтобы было читабельно. Постараюсь сделать вот так вот. И рентабельность продаж по чистой прибыли лишь только подтверждение этому. Да, от 33, от выручки года, конечно.
Если бы не было снижения эффективности деятельности, рентабельность сохранили бы на уровне 12%, казалось бы, да подумаешь, рентабельность, какой-то расчетный показатель. А вот можно даже так рассуждать, что прибыль могла бы составить 12% от 33 в 2020 году, от 33 тысяч. Рентабельность у нас снижается, это только лишь подтверждение тому, что здесь золотое правило экономики не соблюдается. Дальше. Смотрим на величину активов по балансу. Все, чем обладает предприятие. Конечно, валюта баланса наращивается в 2019 выше, чем в 2018, в 2020 еще выше. Это хорошо, это значит, что предприятие, в общем-то, как-то развивается, да, не стоит на месте. С одной стороны. С другой стороны, мы смотрим, насколько эффективно активы у нас используются. Раскрываем дальше нашу таблицу. Нам очень нужно посмотреть оборачиваемость активов. Но здесь мы уже с вами посчитали темпы прироста по активам 77 и 57%. Сделайте, пожалуйста, вывод по темпам прироста активов. Пока еще оборачиваемость активов я не рассчитывала. Попробуйте, сделайте вывод по 16 строке. Вот я ее сейчас выделила. Какой вывод мы здесь можем написать справа? Что у нас здесь происходит? Вот в этой части. Активы растут больше, чем? Ну, другие показатели, другие. Вот нам с выручкой нужно сравнить, да? Активы растут. А, вы сразу и на прибыль смотрите. Ну, можно и так рассуждать, да, если по тем показателям, которые здесь представлены. Снижение прироста активов. А замедлился чуть-чуть прирост в 20-м по сравнению с 19-м. Может быть, активы не как-то не добавляются, ничего не приобретается нового, просто амортизация происходит основных средств. Но вот то, что темпы прироста выше темпов прироста выручки, это говорит о том, что активы используются неэффективно. То есть мы настолько активы прирастили, вот в таком количестве, да, мы видим их прирост. И, соответственно, как отголосок этому, должны были увеличиться и продажи. Но продажи увеличились не настолько. Темпы прироста выручки гораздо ниже. Значит, можно сказать, что активы пока используются неэффективно. Но, опять же, если уместно пока, надо анализировать, а что там происходит с активами. А здесь что является активами? Это торговое предприятие, скорее всего, дебиторская задолженность и запасы товаров на складах. Навряд ли какие-то дорогостоящие, там, не знаю, основные средства есть, если только склад свой. Но по большей части для торгового предприятия, конечно, характерна большая величина оборотных активов, активов в обороте, дебиторка и запасы. А запасы – это товары. Активы используются неэффективно, то есть накапливается, возможно, дебиторская задолженность. Запасы, может быть, создаются чрезмерные. Может быть, реализация как-то затруднена этих ранее созданных запасов и так далее. Вот так навскидку не скажешь, нужен анализ. Оборачиваемость, если мы посчитаем с вами, то это опять-таки будет лишнее подтверждение тому, что уже написали. Берем выручку, делим на активы. Получаем количество оборотов. 18 год 4 оборота, 19 год 3 практически, а 20 год всего 2 оборота. Если округлить до целой, да, то это будет очень наглядно. Значит, оборотов у нас меньше стало, соответственно, и оборачиваемость в днях увеличилась. Можем посчитать с вами даже оборачиваемость в днях, если это у нас год. Давайте я добавлю строку. Оборачиваемость активов не раз, а дней. 365 мы поделим на коэффициент
И получаем, за сколько дней у нас активы проходят все свои стадии от начала до конца. И если, как я сказала, у торгового предприятия по большей части активы – это активы в обороте, дебиторка и запасы, то давайте представим, что вот в 2018 году картинка была какая? Приходил товар, мы его приходовали, потом товар продавали, начислялась дебиторка нашим там покупателям, и деньги, они через какой-то период времени нам на счета, то есть гасили дебиторскую задолженность, нам поступали от них денежные средства. И вот от начала до конца, от даты прихода товара и до момента, когда мы получили деньги, от наших клиентов проходил 91 день, да? И так немало. А в 2020 году 91 день превратился в 154 дня. Вот оно, замедление оборачиваемости активов. И последний показатель – рентабельность, доходность активов. И вот здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Я сейчас посчитаю доходность активов так, по той формуле, по которой мы в презентации с вами ее должны, ее видели и должны посчитать были. Берем чистую прибыль и делим на величину активов в процентах. Или опять-таки можно перевести в копейки, сколько копеек прибыли нам приносит рубль, вложенный в активы. Динамика отрицательная, поэтому я помечаю красным. Снижение эффективности использования активов. Использования активов, то есть доходность от активов стала гораздо ниже. И давайте порассуждаем. Доходность активов, мы видим, снизилась. Какие причины этому? Мы с рубля, вложенного в активы, или, грубо говоря, с рубля активов, стали получать меньше прибыли, практически в два раза, даже больше, чем в два раза. Почему? Какие причины? Общими мазками. По всем нашим выводам, уже сделанным выше. Вот этот показатель конечный по 19-й строке, это ну как апогей всему, да? Условия продаж, предоплата на финансовый цикл, да, может быть. Может быть, конечно, если у нас условия продаж изменились не в нашу пользу, да, с точки зрения того, что мы должны предоплачивать товар, а получаем от клиента деньги уже через несколько дней после отгрузки. Что в итоге-то получается? Активы замедляются, оборачиваемость активов замедляется. Коль оборачиваемость активов замедляется, то и доходность активов становится ниже. И, естественно, прибыль мы получаем меньше от того, что финансовый цикл удлиняется. Поэтому доходность активов, рентабельность или доходность активов можно еще разложить пофакторно. Этот показатель зависит от двух других. Сейчас добавлю еще строчку и покажу вам от каких. Значит, мы ее посчитали как прибыль, деленную на активы, по формуле, как положено. А теперь давайте посчитаем чуть-чуть по-другому. Значит, нам нужна рентабельность, нам уже знакомый показатель, рентабельность продаж по чистой прибыли. И нам нужно количество оборотов активов за период. Значит, рентабельность продаж по чистой прибыли у нас рассчитана. Я ее перенесу сюда.
протянул. И количество оборотов активов за период у нас тоже есть. 4, а потом 3, потом 2. И вот если мы теперь, еще добавлю одну строчку, захотим посчитать вот эту рентабельность или доходность активов, я ее назову ROA, доходность активов, но чуть-чуть по-другому расчет сделаем. Каким образом? Может быть, догадались уже. У нас есть эффективность нашей обычной текущей деятельности. Вот по первому году 12%. Притом мы имеем некое количество раз за некое количество оборотов, да, за один оборот мы, можно так сказать, эту эффективность нашей деятельности можем, ну, как-то подтвердить, что ли. Поэтому если мы возьмем рентабельность продаж и умножим, нет, не поделим, и умножим на 4 раза, то есть 12% рентабельность продаж по чистой прибыли, мы за год имеем с вами 4 раза. Если мы имеем 3 раза, это уже хуже. 2 раза еще хуже. Согласны? Но и рентабельность продаж сама по себе еще снижается. Поэтому доходность активов или рентабельность активов, показатель ROA, зависит от рентабельности продаж и от количества оборотов. Мы берем рентабельность продаж и мультиплицируем, умножаем на количество оборотов активов за период. И получаем тот же самый показатель, который мы получили выше с вами. И вот здесь сразу видно, а что у нас явилось причиной снижения доходности активов в нашей с вами ситуации. Причины две. Это и снижение эффективности деятельности, и также замедление оборачиваемости актива. И остается написать общий вывод. Несмотря на рост показателя чистой прибыли, потому что чистая прибыль действительно прирастает в абсолютном выражении, и это великое заблуждение, когда характеризуют эффективность деятельности только по абсолютным показателям. Наметилась отрицательная тенденция снижения. Можете мне помогать. Так, а я пока отвечу на вопрос Елены. 2 умножить на 9 получился 21 в 2020 году. Это Excel. Здесь не 2, здесь чуть поменьше. Здесь не 2, здесь... Так, сейчас назад сделаю. Нечаянно процентный формат отжала. У нас здесь не 2, у нас здесь 2,37 и не 9%, а 8,7. Вот так вот. Я эти хвостики убираю, да, для того, чтобы у нас, ну, как бы так, информации было на экране поменьше. Excel считает, округляет, поэтому здесь то, что мы видим, это визуальное округление, а расчет верный. И 21 мы, соответственно, тоже с вами можем посмотреть. Это не 21, это 20,7. Так вот, несмотря на рост показателя чистой прибыли, наметилась отрицательная тенденция снижения рентабельности продаж в скобках. Ценовую и или закупочную политику необходимо пересматривать. Это выводы так, на скорую руку, на вскидку, да, мы не знаем, что там у этого предприятия, надо делать более детальный анализ, что там творится, в чем там проблемы конкретно. Коммерческие расходы надо сокращать, как считаете?
Постоянные расходы всегда надо стремиться сокращать. Коммерческие расходы нужно сокращать. Кроме того, активы используются неэффективно, необходим дополнительный анализ. Что-то заморожено, или запасы, или дебиторка. Значит, необходим дополнительный анализ. Оборачиваемости активов по статьям. И как итог всему, доходность активов существенно падает. Можно сказать, что это некая тенденция. Если мы проанализируем активы, возможно, мы найдем какую-то причину в дебиторской задолженности, может быть, запасах, может, необходимо пересмотреть условия договорные и действительно, чтобы финансовый цикл как-то оптимизировать. Может быть, необходимо дебиторскую задолженность как-то расшевелить, продать фактору и так далее. Вот, то есть без доп. Анализа мы больше уже сказать не можем, чем сказали. Вот, если что-то хотелось бы добавить, то, пожалуйста, пишите. Жду от вас комментарии, вопросы. Если вопросов нет, чтобы я не ждала, пишите тогда в чат плюсики. Я сохраняю. Он у нас теперь заполненный, будет в личном кабинете. Угу. Так, огромное спасибо всем за активное участие. И сейчас я готова ответить на ваши вопросы по поводу курса. Дам вам кое-какую информацию, не получается у меня пока что-то сохранить. Ну ладно, я сделаю позже. По поводу курса, давайте мы с вами вернемся к презентации. И я вам расскажу. Так, можно к активам отнести зарплату персоналу? Зарплату персонала, смотря какую. Если деятельность компании интеллектуальная, да, и вы ее капитализируете, можно. А, интеллектуальная сама по себе деятельность, в принципе. То есть у вас вид деятельности такой, да, что вы оказываете какие-то услуги. Тогда что-то может быть в незавершенном производстве и будет в части зарплаты. Надо смотреть, как формируется себестоимость, какие затраты являются запасоемкими, да? Какие затраты влияют на оценку запасов. А запасы, как мы знаем, могут быть в незавершенном производстве, остатки по 20-му счету, и могут быть готовой продукции. Могут быть запасы товаров на складах. Специалист по управленческому учету. Это у нас очень подробно в рамках курса «Основы управленческого учета». Ну, вы, наверное, его имели в виду, я так поняла, Татьяна. Так, пишите еще вопросы, да? Я пока потихонечку вам расскажу. Значит, этот курс «Основы экономики» для руководителей, менеджеров, специалистов, он, ну, как бы такой, как считается, да, нулевой. Вот с него начинаю для того, чтобы идти учиться дальше. Если вы без него там приходите на основу управленческого учета бюджетирования, при этом никакого, ну, такого солидного уже опыта в управленческом учете не имеете, то, ну, наверное, курс сложноват, управленческий учет будет. Поэтому вот основы экономики рекомендуется пройти, чтобы потом уже со спокойной душой идти учиться дальше. Да? Если у вас уровень не нулевой, как я сегодня оценила уже по вашим комментариям, то на этом курсе, ну, думаю, вам тоже скучно не будет на основах экономики. А после него можно и на основу управленческого, и на основу инвест-анализа, и на анализ финансового состояния предприятия. В общем-то, если вы на сайте какой-то курс
выбрали, он вам понравился, зацепил он вас, заходите на этот курс, смотрите рекомендуемую подготовку. Да, вот если рекомендуются основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов, значит, вот как раз-таки на данном курсе на основах экономики будем изучать то, что вы далее будете уже как продолжение изучать на другом курсе. 16 академических часов. А, Марина, да, файл будет в личном кабинете, обязательно, конечно. После завершения минут 10 я все положу. Оплата курса на слайде представлена. Разные форматы, разные расценки. Значит, вебинар у нас чуть-чуть подешевле, с 10% скидкой. Очно-заочно еще дешевле, ну и очная вот цена 9990. Компетенции, которые можно добавить в свое резюме после прохождения данного курса. Что мы будем на курсе делать, вот прям вот практической части, да, и можно сказать, что у вас навыки будут, и вы смело можете в резюме это все добавлять. Говорить, что вы имеете навык, где-то рассчитывали по какому-то там проекту и так далее. Расчет финансового цикла предприятия, уделяем большое внимание этому. Чтение финансовой отчетности предприятия, то есть вот как, посмотря на цифры, да, делать вывод о компании, искать какие-то болевые точки, узкие места, что в компании не так происходит. Конечно, у нас на данном курсе не комплексный, не полноценный финансовый анализ, но, тем не менее, вот какие-то основы финансового анализа есть. Расчет показателей эффективности использования ресурсов, формирование экономических обоснований управленческих решений, основы инвест-анализа присутствуют в программе. Распределение косвенных затрат на объекты калькулирования себестоимости. Только распределение косвенных затрат. Еще раз повторюсь, если вам нужны более подробные аспекты калькулирования себестоимости, маржинал, костинг, там, метод полного поглощения затрат и так далее, то это курс основы управленческого учета и бюджетирования. Дальше иду. Оптимизация финансовой результаты через определение оптимального соотношения цены и объемов продаж. То есть основные инструменты, помогающие оптимизировать прибыль, мы на курсе основы экономики рассматриваем. Формирование кэшфлоу, денежных потоков или формирование, можно сказать, бюджета движения денежных средств. Проведение экспресс-анализа финансового состояния предприятия. Вот, пожалуй, это выжимка из практики курса основы экономики, основная. Хотя мы далеко не только это рассматриваем, но как основное все здесь. Формы обучения. Очная, очно-заочная, индивидуальная, вебинар-класс открытая. Можете посмотреть потом эту презентацию более подробно, связаться с менеджером. Вот, я боюсь, здесь особо-то так вас не проконсультирую, кроме того, что на слайде представлено. Что еще хотела вам сказать? Этот курс входит в комплексную программу. Что такое комплексная программа? Это значит, что вы покупаете не два курса по отдельности, а покупаете их сразу. Как бы так, два в одном, можно сказать. Вы берете комплексную программу. И вот комплексная программа по данному курсу у нас называется... Так, что ж такое? Сейчас, одну минуточку, прошу прощения. Управление экономикой организации. Есть сокращенное название, чтобы легче на сайте найти информацию по программе ТОСНУ. Значит, эта программа два в одном, состоит из двух курсов. Основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов и основы управленческого учета и бюджетирования, управления затратами. А в чем преимущество комплексной программы по сравнению с тем, если вы будете брать два курса? Ну, конечно, преимущество в цене. Комплексная программа всегда будет дешевле. Вот, пожалуй, все. Если еще есть какие-то вопросы, пишите. Коррелирует ли программа курса основы управленческого учета и бюджетирования с программой СИМА? Да. Людмила, да, после управленческого учета бюджетирования на СИМУ идут слушатели.
У меня были такие слушатели и есть, и я эту программу старалась сама под символ заточить. Очень коррелирует. То есть после нее на симу потом пойти будет гораздо проще. Так, коллеги, всем спасибо. И, в принципе, если вопросов нет, тогда давайте потихонечку отключайтесь, чтобы я понимала, да, что вопросов не будет. Если есть, пишите. Курсы по данной программе не привязаны к конкретным датам. А, Юля, смотрите, вы заходите на сайт и ищите курс. А там вам предложат все даты, какие могут быть. Преподаватели, даты, это все уже будет в вашем обозрении, и вы, соответственно, там выбираете то, что вам приемлемо. У нас, знаете, как, ну, по аналогии с интернет-магазином, посмотрели какие-то даты, то есть я не скажу, что вот этот курс стартует такого-то, нет, там есть и в ближайшее воскресенье курс «Управленческий учет основы экономики», через неделю, потом еще там через неделю, но уже другой формат занятий. Поэтому надо смотреть. Так, спасибо вам всем огромное. Если еще есть что спросить, спрашивайте. Я пока здесь подожду. Так, пока сохраняю. Спасибо и вам тоже, Маргарит, спасибо. Вот, поэтому, если вопросов нет, коллеги, со всеми прощаюсь. Всего доброго. Спасибо, Светлана, спасибо. Да, видео будет, наверное, завтра, скорее всего. А, Светлан, практический опыт, там на слайде, наверное, не полная информация, да? Ой, я начинала работать от помощника экономиста, это был 2000, сейчас скажу, первый год на заводе ЗИЛ, или техник по планированию была моя должность, вот, потом были разные должности экономиста, финансового менеджера, финансового аналитика, начальники отдела, отдел контролинга в Мосэнерго и последняя замдиректора по экономике и финансов тоже в госкорпорации, где еще работала в строительной сфере начальником финансово-экономической службы. Ну, в общем-то, если так по сферам деятельности пройтись, то это производство еще фармацевтическое, производство, строительство, Мосэнерго, это у нас получается энергетическая промышленность. И еще у нас были услуги, связанные с обслуживанием офисов, клиринг. Ну, в общем, и сфера услуг, и сфера строительства, много чего. Ну, вот как-то так. Спасибо большое, Елена. Это я вас спрашивала про опыт. Я поняла, можно... Вот в рамках курса там достаточно происходит. Ой, Светлана, у меня пропадаете. Время ограничено, или вот так же вот подробно? Также подробно все на курсах объясняете, как вот на этом вебинаре, или более сжатая подача такая, ускоренная? Нет, я не скажу, что она прям сильно сжата и более ускорена, чем здесь. Скорее вот темп приближен к тому, который был сегодня.
То есть выделенное на курс время позволяет именно вот все это охватить вот в таком спокойном, внятном темпе все. Позволяет, да, позволяет охватить, позволяет отвечать даже на ваши вопросы. Бывает, конечно, что мы не укладываемся, но если не укладываемся, ну, всяк бывает, да, в группе, может быть, слушатели там, допустим, прям вот с отсутствием опыта, им нужно все это как-то так разжевывать. Вот в такое бывает, но крайне редко. И мы тогда берем дополнительные часы, это для вас бесплатно абсолютно. Но это крайне редко, и если дополнительные часы бывают, ну, час-два, может быть, три от силы. Понятно. То есть нет такого, что основная масса на самостоятельную работу перекидывается, чуть-чуть успели, остальное сами разбираетесь. Нет, домашние задания, конечно, будут. Домашние задания будут, и ну, будет понятно. Какой-то материал для того, чтобы вы сами еще дополнительно почитали. Но все, что по программе должно быть, мы это все обязательно проходим. Проходим нормально. А вообще вот реально по вашим курсам прям, ну, как бы, ну, с чего начать, если опыта нет, а надо научиться финанализу? Я думаю, вот на основе экономики, а потом финансовый анализ идите. Или, может быть, управленческий именно учет болевые... потом захочется еще, и бюджетирование. Болевые точки искать и так далее, то есть баланс анализировать. И ну, вот смотрите, а опыта, Светлана, опыта нет совсем как? Вот прям баланс даже не, в глаза не видели? Или, ну, что-то да, хотя да. Не видели? Не видели. Не видели. Тогда на этот курс, на основу экономики. Сначала на этот курс. Понятно. А потом уже на тот, 40-часовой. Спасибо большое. Вот, я думаю, что так, не за что. Спасибо, до свидания, не буду больше вас задерживать. Всего доброго. Нет, если еще что-то хочется спросить, спрашивайте. Не задерживайте. Нет, приятное да? общение. Вопросы закончились. Хорошо, спасибо. Всего доброго вам. Mm-hmm.